Ребята, всем привет! Меня зовут Саша Гурзе, и я нахожусь в Кемере. А это отель Double Tree Hilton. Пятерочка на первой линии моря. Быстренький блиц-обзор этого отеля. В эти времени ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мою группу с горящими турами, и погнали на обзор! Отель Double Tree Hilton расположен в 50 километрах от аэропорта Анталия в городе Кемер. Был построен в 2005 году, а последняя реновация прошла в 2017-2018 году. Состоит из одного четырехэтажного корпуса. Отель расположен в центре города, недалеко от магазинов, ресторанов и кафе. А оригинальная концепция отеля рассчитана на современный стиль жизни. И теперь пару слов от Destrelation, который расскажет нам о всех фишках отеля. В прошлом году мы реновировали бассейн, открытый и крытый. Также у нас есть бассейн с джакузи и детский бассейн с горками. Есть 4 взрослые горки и детский бассейн с маленькими горками для деток, для малышей. Также в прошлом году мы построили новый мини-клуб. Принимаем деток от 4 до 12 лет. Взрослых мы сейчас в мини-клуб не принимаем. Это вынужденная мера, связанная с тем, что нужно ограничивать количество людей, которые в мини-клубе находятся. То есть мы хотим, чтобы как можно больше детей попало в мини-клуб. Также в прошлом году мы построили новый спа-центр. Спа работает, сауна, хамам, парная бесплатные по предварительной записи, процедуры платные. У нас также есть тренажерный зал, он работает круглосуточно, доступ по карточке от номера. Анимация софт, при этом в течение всего дня мероприятия проводятся. На данный момент все активности в Турции разрешены только до 9 вечера. Поэтому особо не разгонишься, но очень надеемся, что в ближайшее время какие-то будут послабления, или все-таки наши гости смогут не как в пионерском лагере в 9 часов покоя, а немножечко дольше веселиться. Пирс Галька. У нас, прошу прощения, пляж Галька. Пляж у нас полностью покрыт деревянным настилом. Мы это сделали специально для того, чтобы было удобно гостям, родителям с колясками, деткам, людям с ограниченными возможностями. Также у нас есть пирс. Пирс самый большой в Кемере. На пирсе есть как платная зона с бунгало, так и бесплатная зона с лежаками, шезлонгами, зонтиками. Мы сейчас, когда будем с вами ходить по территории, возле бассейна и на пляже тоже есть небольшие белые бунгало, они бесплатные. Только те, которые на пирсе, за дополнительную плату. У нас есть замечательная концепция для молодоженов. Если у вас такие гости будут, пожалуйста, напишите мне о них заранее. Молодоженам мы украшаем номер, отправляем фрукты и вино в день заезда. Завтрак, любое утро, когда гости захотят, мы также отправляем в номер. Одно посещение а-ля-карт ресторана бесплатно, плюс скидка в спа-центр. Концепция это действует в течение 6 месяцев со дня регистрации. У нас халаты под запрос. Опять-таки, это связано с тем, что Хилтон очень заботится об окружающей среде, и чтобы лишний раз не стирать и не дезинфицировать, не загрязнять окружающую среду моющими средствами, мы отправляем халаты только тем гостям, которые на самом деле будут ими пользоваться. На территории отеля 6 ресторанов, один основной и 5 ресторанов ля карт, среди которых стейкхаус, рыбный, турецкий, барбекю и суши. Посещение ресторанов ля карт платное, 15 евро с человека за одно посещение и нужна предварительная запись. Есть также бары, их в Хилтоне 4, и в барах можно выпить как алкоголь местного производства, так и импортные напитки, среди которых чивас, текила Альмека, водка Абсолют. Эти напитки входят в концепцию отеля и бесплатные. Есть также пивной бар, пивной сад, где гости могут попробовать 8 сортов пива, также как местного производства, так и импортного. Есть шоколад ручной работы, есть мороженое, а мороженого здесь 16 разных видов каждый день. Есть кофейня, в которой более 70 видов кофе. В разное время и в разных местах отеля работают передвижные точки питания и передвижные грузовики с едой с широким выбором блюд. Их я вам покажу немножечко позже. Если вы собрались на отдых с детьми, смело летите. Ведь в Хилтоне для детей 2 бассейна, один крытый и один открытый. Детский клуб,
для детей от 4 до 12 лет, детская коляска по запросу дается бесплатно, есть детская площадка, детское меню в ресторане, детские стульчики в ресторане, детская кроватка по запросу и даже есть няня, но няня, к сожалению, уже за дополнительную плату. Это кондитерская, здравствуйте. Hello. Hello. Здравствуйте. This free? Yes. Yes, super. Okay, thank you. В отеле Double Tree by Hilton два больших бассейна. Один крытый бассейн с морской водой 120 квадратных метров и подогревом с ноября по март. И один открытый бассейн, который мы сейчас видим, 1330 квадратных метров, и он без подогрева. Но у бассейна есть зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца, и это все бесплатно для всех гостей Хилтона. Территория в отеле большая, красивая, ухоженная, много зелени, точно так же много, как и номеров. Номерной фонд насчитывает 324 номера, и все они с видом на море, на горы, сад или же окрестности. Hello, kebab? Kebab. Здравствуйте. Ребята, не думайте, что так непонятно, что у нас. Зашло солнце за туч, и реально кажется, что сейчас пойдет дождь. Здесь прям уличная еда, смотрите. Стоят фудкорты, различные фудкорты, прям в машинах. И можно набирать себе еду. Вот так вот выглядит зона фудкорта. И здесь реально ощущаешь себя, как на фестивале уличной еды. Еду здесь можно взять с под витрины фастфуда, так и с машинок, с разными кухнями, кебаб, мясо, сладости, все что угодно. К сожалению, рассматривать опять же не было времени, но обязательно сюда летом вернусь и сниму для вас полноценный обзор. Hello. Опять же, по бару есть как местного производства алкоголь, так и импортный. А пока Карачок будет готовиться на гриле, я вам расскажу немножко про анимацию в отеле Double Tree by Hilton. Здесь все для вашего активного нескучного отдыха. Есть акваэробика, волейбол, водные виды спорта, дартс, живая музыка, уроки подводного плавания, игровые автоматы, уроки тенниса и много-много всего другого. Кстати, сейчас как раз возле сцены, где вечером проходит шоу программы «Анимация», отдыхающие гости отеля играют настольный теннис. Но мы же с вами спускаемся чуточку ниже, посмотреть, какое же здесь море. Напомню вам, что отель находится на первой линии моря и имеет свой песчано-галечный пляж. Для всех гостей бесплатно шезлонги, зонтики и пляжные полотенца. Ну и под конец моего блиц-обзора приглашаю вас посмотреть номера, в которых вы будете проживать. Ребята, смотрим номер Family Duplex, отель by Hilton. Начинаем сразу с уборной. Выдержано в серых оттенках. Душ закрывается. Унитаз, рукомойник, косметика Hilton. Сразу при входе у нас зеркало. Здесь кофейно-чайный набор. И здесь же у нас
холодильник с мини-баром. По мини-бару у нас сок, водичка, кола, фанта, спрайт, пиво. Есть как в бутылках, так и в банках. Вот так вот выглядит основная комната. Две больших односпальных кровати. Большая терраса с потрясающим видом. Боже, реально, терраса большая с потрясающим видом на горы. Ребят, только посмотрите. Горы и море. Больше того, я вам скажу, это не все. Здесь есть еще лестница на второй этаж. Поднимаемся по лестнице. Попадаем еще в одну комнату. Здесь у нас уборная и здесь у нас основная комната. Номер стильный. Кстати, большая плазма. Ребята, мы с вами только что посмотрели семейный номер, а теперь посмотрим стандарт. Тот номер, куда чаще всего приезжают пары вдвоем. Номер стандарт, номер номера 462. Катя, ну все, ты рада? Остались мы с Катей вместе. Давай расскажем, что у нас в номере. Большая двухспальная кровать, две тумбочки. Возле тумбочек есть розетки, красивые стильные светильники. Здесь же большая плазма. Кстати, похвастаюсь, у меня точно такая же дома висит. Это может быть семейным номером, потому что есть еще одна межкомнатная дверь. Покажу вам сейчас еще вид с террасы. Терраса здесь тоже огромнейшая. Боже, ребята, посмотрите. Вы только посмотрите. Но больше всего мне нравится вот та зона, где можно в бассейне сидеть, пить коктейли и наслаждаться отдыхом в Турции. Я очень надеюсь, что мой маленький блиц-обзор был для вас полезным, поэтому обязательно ставьте лайк под этим видео, и я вернусь сюда летом, дабы снять для вас полноценный обзор отеля Hilton в Кемере. А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас.